Второй день финального этапа «Рублевой зоны» посвятили обучению. У журналистов, специализирующихся на финансовой теме, появилась возможность пообщаться со специалистами экономической сферы. На дискуссионных площадках журналисты вместе с ведущими российскими экспертами обсудили такие темы, как рост фондового рынка, категоризация инвесторов в России, ситуация с защитой прав потребителей финансовых услуг на российском рынке и другие темы. Присоединились и журналисты республиканских СМИ, победители прошлых лет, представители отраслей финансового рынка России. Вечером состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. Подробнее об этом мы расскажем в нашем следующем выпуске.